иностранный язык с носителем языка. У вас есть выбор учить английский с русскоязычным преподавателем. Он не знает английский, я это говорю прямым текстом. То есть он не владеет структурой, он владеет отдельными элементами. Вы хотите качественный, успешный английский, то вы выберите себе native спикера. Каким должен быть native спикер, носитель? Он должен быть well-educated, высокообразованным. Дальше, to have good manners, иметь хорошие манеры, to have an excellent pronunciation, чтобы было нормальное произношение, ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Меня поражают люди, которые общаются по-английски с турками, итальянцами, бельгийцами. Ну, как можно общаться с людьми, для которых английский не является родным? То есть давайте возьмем Эстонию. Ну, вроде бы, да, Эстония частично русскоязычна, но это не русский. Русский какой нормальный? В Москве и в Санкт-Петербурге, потому что там литературная норма. Это же не то, что истошно окать, гэкать и так далее. Это неверный подход. Теперь следующее. А вы честно верите в то, что вы выучите английский? Ну, честно верите? Или у вас там маленький червячок живет? Ты не выучишь английский, тебе не дано. Вам дано выучить английский, если найдете того преподавателя, который с Божьей искрой. Я являюсь тем учителем, который вам подходит. То есть я предлагаю учиться онлайн по скайпу. Мой ник в скайпе smartteacher197. А внизу видео там будет указан мой сайт и мой контакт в скайпе. Добавляйтесь, и мы проведем демо-урок, это бесплатно, чтобы узнать, что вы учили и почему вы не выучили. Но мне кажется, вы не выучили, потому что вы не применяли коммуникативную методику. Это заумное слово значит разговорный английский. То есть вам надо говорить. А грамматику можно выучить самому. То есть если год сидеть над книжками и корпеть, то английская грамматика в кармане. Надо быть просто упертым. А чтобы было более доходчиво, скажу так, бронелобым. Английская грамматика это для бронелобов. А далее. Вам нужно восприятие на слух. То, что вы слушаете голос Америки либо BBC, неправильно. Вам нужно прочитать текст, потом к нему запустить аудиофайл. А то получается как? Вы понимаете 30% слов, они между собой не связаны, получается какая-то ахинея. Это не продуктивная работа. Это как продали чукче бензопилу, он пошел в лес и начал бензопилой долбить деревья. А потом ему просветили, что надо включать бензопилу, он говорит, так блин, топор трястись начинает. Прямая дорога, она успешная. Носитель от английского языка является человеком, который уже владеет тем, чем вам надо. То есть, если хотите получить золото, то вам нужно на золотую лихорадку попасть. Если хотите получить хороший дом, то надо обратиться к проверенному архитектору. Я являюсь успешным учителем, и failure is not an option. И не рассматриваю вариант, то, что мы проиграем. Мне нравится профессия тренер, потому что она близко к ученику. То есть Мухаммад Али сказал, что никто не знает, какие крики и вои раздаются в раздевалке проигравшего боксера. Я знаю всю подноготную английского языка, и также я знаю перспективы, которые откроются перед вами, если будете учиться со мной. Я даю вам установку добавиться в контакты с SmartTeacher197. Всего наилучшего и goodbye.